Ты умрешь от вони. Восемнадцать, бараза 18, 31, 53. Мамкин дедосер. Больной, что ли? Хорош. Убил одного нокма. Ничего себе. Ползи, ползи, дружище. Ползи, ползи, дружище. Пожалуйста. Ура, я убил оглушителя. Кролик, кролик, кролик Роджер. It was at this moment he knew. He fucked up. На нас додосят с горы. До свидания. Теперь шарик. Нокнул того пацана, который рядом с зомби. Залетай в ДМ, либо сабдей. Ну да, да, да. Поэтому без фанта отвечать на все. Но в конце, последние 15 минут стрима, я пол... А так нет, тяжело. Тяжело, здесь стало больше, стало тяжелее. Ну и видение тяжелее стало. Я не думал, что разница есть на... Вот это, блин. Я вообще думал, тяжело на маленькую аудиторию стримить. Но это будет январь. Это будет, я думал, где-то число 25. Плюс-минус. Да. 20 тысяч пробить. На Игромир вроде пускают. Да, это. Да ты-то скажи, он сейчас цена будет. Сейчас на обузе, да. Вот, четверо у меня прям. А, это еще и разные тимы. Ой, хорошо. Страйк. За 10 минут. Саня, это я не слили, это бифики нечаянно слили, что сегодня будут в магазине. А где слили? Я просто не пойму, где слили. В Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, где они это слили.
в игре, в новостях, где они это слили, просто я не пойму. В новостях были на 20 минут. То есть вот тут вот в новостях, вот тут вот высвечивалось, да? Там, где сейчас пойдет камера. Все, вот я понял. Теперь как буду знать, да, хорошими. Я бы с удовольствием был. Че по стартфаку? Все тоже. То же, что и вчера. В ожидании чуда. Так, я один на один остался с пацаном. Не убивай. Если ДМ-ки играют в ДМ, как они не падают. Замахнуть за 500. Ох, я, честно говоря, в эмоциях. Очень был, я их очень мало юзаю, поэтому не особо... Да! Не особо ориентирую. То есть в эмоциях за 500. Че у меня тут по эмоциям за 500? Настоящие, это лжи.